Ребятки, всем привет! Я в деревне у брата, в селе. Ну, как вы помните, строил я здесь вольерчик для дикой птицы и не только. Вот здесь, как видите, вот справа сидит зеленый, это гибрид, а слева это отец, зеленушка. Вот они вдвоем, вот. Так, вот гибрид справа в углу получается. Вот он спустился на ветку, это гибрид. А вот рядом скочит, это его отец, зеленушка. Еще один самец, гибрид, у нас дома. Вот из-под него получили потомство уже от гибрида. Ну, кто не видел прошлое видео, там можно найти на канале. Я вот решили, так, сейчас, секунду, что-то со светом. Так, решили повесить гнезда. Брат говорит, уже начали таскать. Тут строит гнездо самка щегла. А вот там уже канарейка сидит, вот она вылетела. Вот канарейка с кем-то споровалась, непонятно с кем. Брат знает. Так, вот, два яйца положила. Здесь оттаскали, брат говорит, щеглы сначала. И самка отобрала это гнездо, и вот третье гнездо, сейчас посмотрим. Так просто задекорировали елочкой. О. А, ага. А вот, ребятки, вот это положило яйцо, и смотрите, как свило гнездо. Это уже самка щегла. Вот пара щеглов споровались. Яйца похожи на как у канарейки, только они более светлые какие-то. Вот. Там не видно будет, они сейчас на свету. Щегол самец белобородый. Вот он. Вот он. Вот этот самец. А вот это вот самочка. Вот они положили яйца. Что из этого получится, мы увидим. Но дело, как говорится, пошло. Вот так вот гнезда. Здесь в постоянном доступе семечки. Брат насыпает каждый день зерносмесь еще. Ну, вот таким образом они здесь живут. Вот это все птицы, которые живут на данный момент в вольере. Чечетка пролиняла. Ну, пролинял это самец. И потерял, в общем, цвет. Ну, как очень многие задавали вопрос, как да почему. Не знаю, ребятки, не знаю. Я сам пока в этом разбираюсь. Ничего не могу сказать. Нехватка каротина, вроде как. Плюс они еще постоянно вдоль речек сидят, что-то жрут. Мое подозрение, может быть, какую-то рачковых каких-то там простых, типа там дафни, там еще что-то. Там вот есть витамины, которые им необходимы тоже. Вот тут еще самка чижа здесь. Ну, в общем, в основном здесь дикая птичка. Одна вот самка канарейки. И все. Вот так вот выглядит вольерчик на сегодняшний день. Это 8 июня у нас сегодня. Ну ладно, ребятки, всем удачки, всем пока.